Скажи, пожалуйста, насколько критична ситуация? Дело в том, что мой дядя узнал про мою ориентацию вот недавно. Ого. Он в любом случае меня убьет. Аня, мы приедем. Мы начали получать первые сообщения из Чечни о том, что в Чечне происходит массовое задержание геев. Мы можем поехать, о, поедет с нами чувак, доедет до какой-нибудь с нами станции, как только я вышел с метро, перезакрылись, и больше ты в России не был. I wanted to ask you about the alleged abduction and torture of gay men in the Republic. Это ерунда. У нас таких людей нету. И практически сразу было решение принято о том, чтобы людей спасать, эвакуировать. У нас не было такого опыта. Нужно же людей скрывать, нужно их искать им визы, какие-то пути, тайные вывоза из страны. Бегом, бегом, бегом. Паника начинается, когда они будут искать. Я это прекрасно все знаю. Я не буду делать все, чтобы это никогда не всплыло. Изменить ситуацию может только человек, который прошел эти пытки и заявит об этом публично. Я буду делать всевозможные действия, чтобы заткнуть меня.